Мастацтва за зачыненымі дзвярыма. Новы творчы праект прадставіў у Гомелі карыкатурыст Анатоль Шчогалеў. Рэшыцкі мастак не толькі знайшоў незвычайную лакацыю для сваёй экспазіцыі, але і падрыхтаваў для гасцей цікавую прэзентацыю. На пошукі карцін адправілася Ганна Каральчук. Анатоль Шчогалеў – аўтар больш як 90 карыкатур на знакамітых людзей. Дзякуючы гэтаму ён нават трапіў у кнігу рэкордаў Беларусі. Яго работы знаходзяцца ў галерэях і прыватных калекцыях 20 краін свету. Особливость черговой выставы – принципово новая форма представления творов. Карикатурист з Речицы вырашил продемонстрировать мастацтва за зачиненными дверима у прямым сенсе. И он створил выставочную простору в месце, якое, здавалось, абсолютно непридатно для таких мероприемств. А менавіта у краме дзвярэй. Очень часто идеи приходят случайно. Обычная история: шел по Гомелю, дождь, надо было где-то спрятаться. Забежал в первый попавшийся открытый магазин, и тут случилось, что называется, вау, мне понравились эти двери, мне понравилось, что за ними пространство, мне понравилось, что есть какая-то загадка, каждую дверь можно закрыть, можно спрятать искусство от общих глаз. Тут нет такого, знаете, что мимолетно идешь по галерее и смотришь все залпом. На уваходе у краму глядач не убачить картин, только помешкание с множеством дверей, не был неким фантастичным портале. Каля 20 картин схавалася за дзвярыма. Каб убачыць твор, неабходна падабраць адпаведны ключ. Па меры праходжання гледача па зале адчыняецца чарговая дзвер, і для агляду становіцца даступна новая карціна. У экспазіцыі работы рознай тэматыкі. Апошнія, напрыклад, прысвечаны байкерам і матацыклам. Конечно, удивлен качеством работ, и талант на самом деле находится на такой высшем уровне, потому что вот эти каждые мельчайшие детали, их проработать достаточно серьезно, кропотливая работа и требует немало затрат и терпения, вот, что у нашего художника хватает. Вот секреты, под каждой дверью находится что-то такое интересное, как бы загадочное, открываем двери, и нам открываются тайны какие-то. Ну, работы очень красивые. Акрамя своеасаблівай выставы квесту, гасцей мерапрыемства чакала культурна-забаўляльная праграма. Прафесійныя вядучыя, цікавыя вакальныя і танцавальныя нумары, інтэрактыўныя гульні і мноства прыемных падарункаў. Наведаць выставу і знайсці творы з зачыненымі дзвярыма можна да сярэдзіны верасня. Ганна Каральчук, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».